словам министра, природный парк Териберка необходимо развивать и делать безопасным для туристов. При этом надо создавать такие условия, чтобы антропогенная нагрузка не наносила вред окружающей среде. Насколько велико воздействие человека на эту территорию, сейчас выясняют ученые. Однако уже точно известно, что въезд в поселок останется свободным. О дате введения платы за въезд в парк пока говорить преждевременно. Эта работа должна с наукой пройти очень внимательно, чтобы не повредить хрупкую нашу природу. То есть пока что там все так же? Пока все так же, все уведомительным характером, платы никакой нет. Но вместе с тем федеральное законодательство об этом указывает на необходимое право и даже где-то обязанность.